Продолжаем проходить Far Cry. Так, что у меня задания там, какие вообще? А, тайна новой демо. Сюжетных заданий у меня 9 уже пройдено. Дополнительных 4. Навыки. Испытание РПГ второго уровня надо. Рейдеров убить. Из РПГ. У меня есть, отлично. Снайперка там. Карта. Это мудачье в масках теперь заняло старую обитель Эдема. Хотят отстроить еще одну крепость. Нет уж, выгони их оттуда. Спасибо. Еще задание появилось. Точнее, человека-косилка. Ким, я хочу кое-что спросить. Конечно, Стручок, мы тут все одна семья. Что такое? Так точно, к взлету готовы. Короче, план такой. Рейдеры возводят крепости в тех местах, где собирают редкие материалы. Мы подлетим, и я высажу тебя где-нибудь неподалеку. Тебе надо найти груз. Его местоположение отмечено розовым сигнальным дымом. Но осторожно, груз оснащен GPS-передатчиком. Когда заберешь его, рейдеры начнут тебя искать. Затем я передам тебе координаты места встречи и подберу тебя на вертолете. Как решишь улетать, только скажи. Я сам уж вчера как готов. Как круто. Приятно прожить еще один день. Понял. Ты только посмотри, что эти уроды сделали с... Благодаря тебе процветание развивается. Мы на верном пути. Я понял. Привет. Привет, привет! Спасибо за помощь в процветании. Давай-ка улучшим тренировочный лагерь. Я здесь. Глаза горят, хвост трубой. Спасибо за помощь во время осады. Не знаю, как мы будем выживать без изоляции. Так, патроны у меня вроде все я приобрел. Все купил. А, карту хотел открыть, точно. Привет, малыш. Благодаря тебе, ублюдки сбежали, поджав хвосты. Неплохо, вот что значит молодые глаза. Здорово. Что такое?
Чё, погнали? Сейчас посмотрим, куда пойдем. Так, у меня испытание, то что там? Из РПГ одного убить и троих из снайперской винтовки. Сравнить с квадроциклом. Квадроцикл лучше. РПГ и снайперка. Все, погнали. Можно ехать. Карта. На этот аванпост можно напасть. Крутая такая снайперка. Так, испытание снайперки. Все, поехали, бабуля. Похоже, пора валить. Поехали. Готово! Поехали! О, дым, поехали! Дым, дым, дым. У нас небольшая проблемка! Молодец, малыш! Иди, катайся на велосипеде, мелюзга! Из РПГ теперь надо сейчас кого-нибудь убить будет.
то пропало. Так, ладно, поехали. Поехали. Вдыхай силу, выдыхай дерьмо. Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? Отлично, сапоги. Так, это выполнил испытание. Нам можно прокачать. Так, испытание, что там, следующее испытание такое. Ручной пулемет. Сколько надо народ завалить? Ладно, потом это уже. Поехали. Ну что, поехали? О, сейчас оружие купим как раз. Что-нибудь. Эдем принес. Приходи. Так, испытание. Ручной пулемет первого уровня мне надо купить. Так, еще посмотреть. И ПП новичок. Тоже надо купить. Сейчас купим. А, карту он продает. Я думал, оружие. Береги себя. Удачи. Поехали. Потеряли куда меньше людей, чем я ожидал. Можно ехать. Перемещаюсь. Тут мне не нравится. Этот тип со щитом еще попортит нам кровь. Убегает. Ладно, поехали. Бабуля, ты где? Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? Хорошо, мисс Дейзи.
карта. Жми на газ, малыш, погнали! Кошмарен. Сорян. Поехали. Догоняй, бабуля. Ну что, поехали? А, вон пост освобождает. Хулиганы! Шумные хулиганы! Круто, я тачку наконец-то эту сейчас пригоню. Поехали, поехали, вот теперь ее надо отвезти. Да. Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? Ну, сейчас привезу. Пожалуй, похороню тебя в своей могиле. Блин, шмаляет по мне. Опасно, опасно. Ай, нам нужно вылезти. Быстрее, быстрее надо привезти к нам на базу. Бензовоз с этановым. Это типа нефти. Дохнет всегда кто-нибудь другой. Сейчас заодно и оружие возьму, которое мне надо для испытания. Транспорт вот для оружия. О. Так, испытание. ПП. Оба первого уровня. Ручной пулемет. Вот ручной пулемет.
и ПП. Какой-то пистолет, пулемет. Скорее всего, вот это, наверное. Ага, понял. Вот это. Все, отлично. Все, погнали. Блин, про высадку попробовать, что ли? Карта. Картофелина готова. Спасибо за топливо. Теперь ты, я и картофелина снова примемся за то, что у нас получается лучше всего. Будем бесить рейдеров и красть у них ресурсы. Послушай. Рейдеры нашли разбившийся авианосец и устроили на нем тайный склад. Ха, думали, что никто об этом не узнает? Нет, от Рожа ничего не скрыть. Я думаю, нам пригодятся их запасы. Я предлагаю наведаться туда. Может, даже по пляжу погулять, когда обнесем их. Ха-ха, да я шучу. Рейдеры будут в ярости, так что сматываться придется быстро. Ну, сатамти, мошкапоп. Так. Недавно этот корабль сам с собой причалил к берегу. Он хорошо сохранился, так что рейдеры используют его в качестве укрытия и хранят припасы. Вы действительно хотите совершить эту вылазку? Да, погнали. Так, стой. Все, в принципе, что проверять-то? Счастливо. Так, а нам он куда надо? Так, испытание. А, это вылазка. Вот испытание. С этим надо четверых завалить.
Ага, это отбиваться потом, когда вертушка прилетит. Так, где у нее лодка? Она говорит, у нее где-то лодка есть. А я вон там сейчас. Да. Только двоих вижу. Ага, третий. Понял. Ну, я зараз. Народ, конечно, до хрена.
И чё? Рядом. Это что ли в сейф-то? Эй, у меня тут проблемы! Ага, вижу этих скотов! Интересно, где? Вижу этих тварей! Скорее всего, где-то наверху, я думаю. Так, надо читать задание. Вылазка. Недавно этот корабль Тыры-Пыры, он хорошо сохранился, так что редерс использую. Найдите груз и заберите его. Это он наверху. А, вон он груз вообще. Так, одно я не понял, где груз? А, вот он. Здесь, скорее всего. Меня попали!
Да я понял, понял, что палят. Бежим туда. Нас хотят обобрать. Следуйте за сигналом. Рейдеры будут присылать все новые и новые войска. Так что не теряй времени. Добудь груз и вали оттуда как можно скорее. Бегу. Отлично, все, ручной пулемет. Тут прям как в этом, блин, пруд бегут, блин, со всех сторон. Так, 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 шмаляет откуда вы? Да-да-да. Погнали! Забрался? Да. Отлично! Картофелина вперед! О, да, товарнак! Груз у тебя, рейдеры остались ни с чем! Я бы тебя расцеловал! Да, вот только вертолет сам собой управлять не может. Но я тебя попозже найду, и вот тогда... Как ушел, сам не знаю, блин, оттуда. Я думал, сейчас все, мне капец там. Так, что я хотел? Ага.
еще один навык изучил. Так, вот теперь дробовик надо будет пройти испытание. Благодаря тебе у меня все получается. Так, дробовик, значит, испытание первого уровня купить. И что еще купить мне? И лук первого уровня. Так, еще одно задание пройдем. Я хотел сюда вот напасть на аванпост. Договорись, наших прогнали с лесопилки. Рейдеры решили соорудить там мастерскую и теперь свозят туда этанол. Ты знаешь, что делать. Лесопилка появилась. Потом туда съезжу, ладно. Так, состав отряда. Бабулю восстановить. Погнали. Надо тачку вызвать теперь. Скоро буду. Ну давай, давай. Можно ехать. Отлично. Немного топорно, но сейчас у всех так. Меня позвали, и я пришла. Ну что, поехали? Охота продолжается на оленей. Скажи, если найдешь носочки без дырок. Ты чё там застрял? Ладно, догоним. По дороге. Но рейдеры, как обычно, все испортили. Избавься от них, и заодно разживемся волшебным этанолом. Трейлерный городок. Фига там. Можно ехать! Вот не очень. Меняю позицию. Ой, этанол надо было привезти.
Давай, 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 быстрее. Успей, 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 успей. Цистерна. Сорян. Что за мной там гонится? Сюда хотел напасть. Что? Поехали? Кстати, испытание. Я уже с луком кого-то убил, да? Да, одного убил. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты зараза. А, бегаем, бегаем, бежим быстрее, быстрее. Так, испытание. Про их еще двоих завалить надо будет. Поехали дальше. Че? А вот забыли? Нет, ты здесь, все.
Убежал? А, нет. А, завалил. Еще одного. Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? Еще одного нам завали. И испытание я будет ведьма. Пройдено. Отлично, теперь дробовичок остался. Дробовик. Ну что, поехали? Это, конечно, хреново. Оп. А освежителя воздуха там нет? Можно ехать. Давай, дружище, вставай. Мне нужен враг! Теперь с помощью нашей радиолокационной станции рейдеры врубают свой музон и общаются с другими отрядами. Надо выгнать их оттуда. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Еще одно задание появилось. Так, а я вот сюда еду. Или съездить все-таки вот сюда? Поехали вот сюда съездим. Спасибо, что помогаешь сберечь наш дом. Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? А с дробовика мне сколько надо в испытаниях? Пятерых да, звали. Ты чё? Кабаны. Поехали. С кабанами расправились. Можно ехать. Бабуля. Маме нужна помощь. Давай, давай, давай. Я в тебя видела. Да откуда его? Ну, вон там издалека. Давай.
на, промазал. Так, испытание. Еще троих звали. У дробовика. Ё-моё, прикрой меня. Нет, дерьмо! Пошла! Вымою им рот с мылом! Вот тебе, тварь! Что у нас здесь интересненького? Сколько еще испытаний, еще троих мы. Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? Я думаю, на сегодня прохождение этого уровня хватит. Я корабль грабанул. Вылазку сделал. Ты видишь этих? Или сейчас посмотрим. А, в принципе, на. Хотя я, наверное, сейчас еще заводу. Тот, кто первый всех перебьет, получит мятный. Отлично, миссию, ой, испытание прошел дробовиком. Теперь можно нормальным оружием повоевать. Так, ладно, сейчас попробую добраться, да, или нет, все, хватит.
Возвращаюсь на базу. Все, хватит. На сегодня. Вылазки.